Всем большой привет, дорогие друзья! Получила я посылку из интернет-магазина Bibi Craft, и сейчас хочу ее вместе с вами открыть. Ну, до этого я хочу показать немножко про этот магазин рассказать. Ну, вот так он называется, Bibi Craft. Здесь бывают периодически скидки, вот они тут указаны. Но тут надо попадать, конечно, в эти дни, по-моему. И бесплатная доставка у них идет от $25, а вообще доставка платная. Вот, наверное, многие уже в этом магазине были, я не раз тоже там заказываю. Вот, и как же здесь им пользоваться? В общем, тут можно перевести на русский язык. Вот перевод, правда, такой получается дословный, не очень, может быть, правильный. И вот тут есть меню. Открываем меню. И тут тоже не очень понятно получается вот этот перевод. Ну, можно открывать вот эти ювелирные бусины, нам интересные, да, и тут выходит вот вся эта тема выходит. Стеклянные бусины, драгоценных камней, бисер вот тут можно открыть, кстати. Европейские бусины тут есть, акриловые, лэмфорг, в общем, все, что нам нравится, можно здесь найти. Выбор очень большой. Но в данном случае, в этой посылке у меня в основном бисер. Как же открывать бисер? Вот нажимаем «семена и бисер». Опять же, это дословный перевод. Не очень, может быть, правильно получается. И открывается здесь вот такая страница. Здесь есть вот нормальный бисер написано. Я, правда, заказывала не там. Здесь есть стеклярус. Может быть, это все китайское. Но нас интересует конкретно вот бисер Мьюки, видите, и бисер Тоха. Здесь есть и как называется? Ой, я забыла. Не Магатама. Ой, в общем, забыла, девочки. Ну, это не очень хороший, на мой взгляд, бисер. Ну, я открывала вот эти две страницы. Можно заказать Мьюки, довольно хороший бисер. Даже вот... Видите, какие красивые здесь оттенки цветов. В общем, здесь есть бисер в этом магазине. Вот. Можно и Тоха бисер заказать. Опять же, вот, к сожалению, вот нашего любимого оттенка, вот это 557, это перманент финиш. Ну, 11 номера здесь нет. Есть 15, есть 8. У них 11, видимо, закончился. Вот. Есть еще 558 здесь бисер. Цена идет за 10 граммов, видите? Ну, конечно, не дешево. Ну, по-моему, сейчас это уже везде не дешево. Вот 551, но тут вот не написано перманент финиш, такого ПФ нет. Ну, устойчивое покрытие. В общем, очень красивые цвета бисера здесь есть. Есть Делика Мьюки, я вот там забыла открыть. Вот такие дела. В общем, здесь можно также найти инструменты. Видите, инструменты, расходные материалы. Здесь есть и упаковка, и всякая проволока, цепи, фурнитура. В общем, все здесь можно найти. Ну, это вот такой небольшой обзор я сейчас сделала. И теперь давайте откроем уже посылку. Ну, посылочка у меня небольшая, совсем чуть-чуть я заказала, ну, потому что бисер этот все-таки он дорогой. Вот, смотрите, сколько здесь у меня всего позиций, 5. Так, у меня 4 вида бисера и что-то еще. Давайте посмотрим. Хорошо все упаковано, правда, посылка шла довольно долго, 1,5 месяца она шла. Вот. Сейчас давайте мы откроем. Вот смотрите, я заказала тут Делико. Этот бисер идет в таких баночках. Ой, какой красивый цвет, очень яркий. И здесь еще один оттенок. Ну, я вот сейчас заходила в магазин, смотрела конкретно вот эти цвета свои, которые я заказывала. Очень красивые цвета, но они, по-моему, закончились. Хотя можно заказать другие. Вот. Вот, видимо, вот, вот, девочки. Ссылки я все оставлю внизу, но, по-моему, они уже, их нет в наличии. Это у меня какой-то бронзовый
топаз, что ли, он называется. Ну, очень похож на бронзу. Сейчас откроем, тоже оценим. У него вот артикул, а у такого яркого цвета, даже не могу сказать, что какой цвет, он такой красно-оранжевый. У него вот этот вот артикул. Вот. Давайте откроем. Прям такая красота. Вот так просто открывается. Вот, не знаю, насколько будет устойчиво вот это покрытие. Вот, ну, а так цвет красивый. Давайте мы немножко наберем. Я наберу и посмотрим, насколько это вот ровный бисер. Все-таки из Китая товар. Но очень хочется верить, что оригинальный материал. Хотя сравнить я не взяла оригинальную делику. Вот так, мне кажется, пока все очень ровненько, да? Не знаю, видно вам или нет. Мне кажется, довольно ровный бисер. Но в ближайшее время я попробую что-то из него собрать, тоже вам покажу. Вот. Ну, конечно, вот эти металлические оттенки, они металлизированные. Они оставляют желать лучшего. Вот то, что я выписывала как-то из AliExpress, вам показывала, это все вылезло по цвету. Поэтому из AliExpress я все-таки не советую металлизированные оттенки брать. А вот это я пока не могу сказать, насколько. Вот. А так вообще ровный бисер. Вот, это была делика. И заказала я здесь еще тоха бисер. Здесь у меня 11-й тоха должен быть. Что-то я вижу, он как будто крупноват. Давайте откроем и посмотрим. Здесь я заказала, вот смотрите, это розовое золото, по-моему, оттенок. Перманент финиш, он 2 пакетика, поэтому 20 граммов здесь. 551 оттенок. И заказала еще матовый синий. Один пакетик. Вот его артикул. На всякий случай. Вот поэтому здесь два одинаковых пакетика. Они идут по 10 граммов. Вот. Давайте откроем. Так-то очень красиво все смотрится. Вот это розовое золото. Я решила, будет хорошо сочетаться с вот этим синим матовым. Ну, цвета потрясающие. Так ведь? Мне прям очень нравится. Очень яркие. Такие красивые цвета. Ну вот как-то... Или только мне кажется, как будто крупноват. Ну под рукой вот нет бисера оригинального тоха. Сравнить. Вот смотрите. Я тут набрала. Подряд совершенно. Вот синий он матовый. Вот что-то он как-то поменьше, да, чем... Вот этот золотой, мне кажется. Не знаю. Ну, я попробую что-то собрать. А так цвета очень красивые. Угу. Ну вот, видите? Какова красота. И последний пакетик у меня здесь. Это кабошон. И вот его артикул. Здесь 5 штук. Вот. Они должны быть прямоугольной формой. По-моему, я заказала тут микс. Они стеклянные, смотрите, очень красивые. Так, ну они не повторяются, да? Да, вот эти желтые повторяются, кстати. А вот эти, что-то они все с переходом. Только мне кажется, или на самом деле так? Так, размер 10×14, по-моему, у них. Вот. Ну, это такие, типа... Риволи прямоугольной формы. Даже они, знаете, восьмиугольные. Вот такие. Ну, попробуем оплести. Такую форму я еще не оплетала. Вот для меня тоже будет такой небольшой опыт. Вообще они переливаются очень хорошо. Они стекло. Вот. И желтый цвет очень красивый. Ну, в принципе, наверное, вот эти вместе можно сложить, да? Хотя вот этот он более насыщенный. Но если оплести, даже не знаю. Вот в этих смешанных наборах всегда вот так не попасть в в цвет. Если, например, ну вот эти, конечно, получатся сережки здесь. Ну вот из этих, может быть, можно будет сложить какое-нибудь колье. Как-то вот так.
Ну, серьги, наверное, уже здесь не получится, потому что, видите, они отличаются. Обратная сторона желтенькая. Вот. Ну, вот такие дела, девочки. Такой небольшой заказ это был. Ну, я пока очень довольна, если вот эти цвета меня не подведут. Но здесь было написано «Permanent Finish», а вот на этом нет такого, как бы, не знаю. Может, я облезть, как бы, не могу сказать. Вот, девочки, в ближайшее время буду что-то собирать, вам показывать. Ну, а сейчас я с вами попрощаюсь. Всех благодарю за просмотры и до следующего видео. Пока-пока.